Всем привет! У нас новый день. Я в куртке. Дядь Коля вообще в шапке. Еще и в зимней. Холодно, я вообще сама шапку одела. Я сейчас пойду на огород. Рушан здесь столбы ставит, продолжает. Я сейчас пойду на огород. Надо полоть, полоть, полоть. С завтрашнего дня у нас дожди обещают. Так что надо будет по максимуму сегодня прополоть. Сейчас прополишь и все обратно, как начнет расти. А ну а что делать? Полоть-то надо все равно. Просто надо стараться по максимуму собирать. Просто выдернул, убирать, чтобы она не оставалась. Ну я сейчас пойду вручную. Я не это. Я сперва хотела кукурузу прополоть. А потом думаю, пойду я лучше на свеклу, да? Свеклу, конечно. Кукуруза, она как бы это. Не смертельная, а вот свекла, она за сорняк забивает ее. Ну, пойду вручную с ведром собирать, чтобы сорняк. Да нет, тут же говорили, что если солнце хорошее, ты когда пропалываешь сорняк, он начинает солнце. Нет, когда солнце, да. Просто дело в том, что у нас дождь. Понимаешь? Ну да, и сейчас нереально, да, сорняк полоть оставлять. А так высыхает сорняк быстро. И все. И нормально. Нас так соседи научили. Если наше все поле взять и каждый сорняк наклоняться и выдергивать, мы без пин останемся. Весной начнешь, осенью закончишь. Да, да и без пин останемся. Вариант. Рушан здесь клетку поставил, будет голубей паровать. О, малина у нас здесь еще. А ты отсюда выкапывал малину, нет? Да, это дикая. Вон там, да? Да нет, это не дикая, это тоже. Дикая, дикая. Ну у нас же здесь не было ее раньше. Нет, нет, была вот оттуда вот, из-под ореха, начинает на кожу. Это не та, ту, которую ты сорвал, я высадил. Угу. Столбик ставит. Порядки потихоньку наводим. За лето надо навести немного порядок. Разобрал Рушан уже навес. Он мешает, он не струится, да? Сейчас дожди закончатся, песок будем заказывать. Рушан начнет потихоньку строить дальше сарай. Ну, потихоньку, да, Рушан? Потому что ему одному тяжело. Вот эти блоки. Когда по низу еще более-менее, а наверх ему тяжело, да. То он это жалуется, что трудно. Кого-то нанимать, все куда-то поуезжали. Никто не хочет. Не может найти он себе помощника. Сейчас Рушан будет здесь делать с учетом так, что у нас там тоже наша земля, да, как правильно сказать? Да, просто соседи сейчас пользуются им, а мы это... Потом у нас там проход еще, сейчас я покажу. Потом в будущем можно так вот и выводить кого-то, видите? Вон еще сетка, вот он еще. Как раз там проход такой... Чтобы потом можно было ворота открыть здесь, там, или калитку большую, широкую, и там вывести, допустим, ту же самую корову в будущем. Не через двор, чтобы, да, и сено. Или там занес. Сено там таскать, да. Чтобы не через двор, у нас весь двор в сене. Не очень удобно. Так что, вот такие у нас пока дела. Пока столбики ставим. А я на огород. Удачи, там так ветрено, блин. Ты это камни в карманы положи. Чтоб не унесло меня. Дай сейчас капюшон на голову одену, да пойду. Ну вот видите, чистые редки. А здесь, вон, что творится. Вот это вот все надо, это амброзия. Все, я приступаю, буду это все очищать, убирать. Ну и прореживать, конечно, если надо. Если где-то вот так вот, видите, засажено очень близко, то вот эту вот одну я убираю. Что?
чтобы близко-близко не было. Вот здесь вот тоже эти две. Одну из них убираем. И амброзию. Сразу же убираем, чтобы было чистенько. Должно быть. Главное, та рука, которая у меня болит, что-то никак не проходит. Рука у меня. А ей работаю в основном. Потому что из-за этого она у меня и не проходит, потому что я ей покоя не даю. Постоянно. Но я стараюсь сильно не переутруждать ее. Потихонечку, короче. Так что все в путь. А, вот эти вот середки должна пройти сегодня. Вот эти вот. Вот это уже пройдено. Все, свеклу я закончила. Буду рыбку ставить. Вчера так не поставили рыбу. Крушан говорит, я не хочу ужинать. Наелся булок и все. Больше ему ничего не надо. Ни ужин, ничего. Ни суп не стал есть. Хотя очень любит гороховый суп. Когда мы обедали, он с удовольствием. Сейчас еще суп остался. Сейчас мы суп перекусим. Пока рыбка будет готовиться. Так. Опа. Сейчас я ее с овощами. Вот так вот. О, поместилась. Ну, хорошо. Здесь у меня морковочка. Морковь. И лучок. Никакой лимон добавлять не хочу. Мы и с лимоном, как только не пробовали, не нравится. Ни лимоны, ни какие-то там специи специальные для рыбы. Нет. Хватит овощей. Перчик, соль. И достаточно. Так. У меня пальцы не работают. После этой свеклы. Двумя руками. Раз, 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 раз. Я не знаю, там рядков 10 точно прошлась. С отдыхом, конечно, отдыхала. Потому что сидеть столько времени, это просто нереально. Рушан уехал сейчас в магазин. Должен приехать. Ему там гвозди нужны. Поставлю в духовочку, накрою фольгой при температуре 200 градусов на 40-50 минут. Пусть готовится, и я пойду дальше в огород. Картошку надо будет прополоть, сколько смогу, которая не взошла. Ну, взошла, но плохо. Ну, ничего. Смотрю, там возле речки, которую мы высаживали, там уже хорошо всходит. Потихоньку, но всходит. Дядь Коля сегодня приходил, помидоры смотрел. Говорит, ну вот посмотрите, что у нас за помидоры в этом году. Стоят синего цвета помидоры. В том году, говорит, в июне мы уже, говорит, помидоры ели. А в этом году? Навряд ли. Синие, реально синего цвета стоят. И стоят на одном месте. Они вообще не двигаются. Не растут. Вот так вот. Вот так накрыть. Что ж поделаешь? Что есть, то есть. Все, в духовочку отправляю рыбку. Прям так даже дома холодно, сыро, что ли. Ветерок какой. Что-то я дома даже замерзла. Дома, говорю, замерзли. Это что, футболки?
Ай, спасибо, любимый. И семечки, ладно? Это на вечер. Буду монтировать видео. А то я усну. Особенно, когда длинные видео, да, монтируешь, там капец засыпаешь. Что взял? Петли вот такие взял. Ого, петельки. А других не было. 175? 175? Это одна штука? Да. Кошмар. Да, вот это цены 400 рублей, да? Ну и гвозди. 180 рублей. Ну и что? Маленькие. Надо так надо. Еще надо ворота закрыть. А, не нет. А что там Марта? Где она? Стоит? Ест. Вон люди, да, прям сидят на попе на земле, копошатся. Я видела где-то такой прикол, на попу ведро привязываешь. Потому что если даже взять маленькую этот стулочку, да, с ней не набегаешься, конечно. Нет, чересчур с ведром на попе. Не, серьезно? Нет, его как-то привязывают, типа резинками, что ли. Зато ты встал тут же, продвинулся, тут же сел. А прикинь, этот... Стульчик за собой таскать постоянно. Лежит наш. Ну, хоть повеселим соседей. Ой, убежала уже, хотела показать. А, ну пошли. Я с булочками, а ты что купаем? Ну ладно. Пойдем. Я рыбку поставила уже. Вот, видите, помидоры. Реально синие стоят на одном месте. Они даже не растут. В теплице растут, видно. В тепличке хорошо. Вот здесь тоже. Потому что на ночь закрываем. Видите? Но нам надо будет обработать, убрать вот это вот. Все поубирать. Хорошо, здесь поработать надо будет. Вот на улице. Вот они какие, бедолаги. Стоят. Несчастные. А в теплице все хорошо. В теплице нормально. Я с той стороны сегодня не открыла. Здесь не душно, здесь прям хорошо. Теплицы вот более-менее растут. Молодцы. Растут. А эти, посмотрите, какие были мелкие. А уже, посмотрите, их уже даже на камеру видно. А то помню первое видео, когда монтировала, показывала, говорю, а вот здесь помидорки сидят. Думаю, блин, какие они маленькие, оказывается. А уже, посмотрите, богатыри какие. Вон они, растут. Растут. Молодцы, растите. Конечно же. И здесь тоже огурчики, видите? Тоже растут. И эти помидорчики, какие они были мелкие-то, их вообще не видно было. Я их даже высаживать не хотела. Думала, рано еще, потом думаю, ну ладно. Рано, рано, все рано. Так что нормально. Я здесь опять взяла вон ведро, перчатки. Пошла дальше на огород. А что делать? У меня еще полчаса есть. А, рыба будет готова через полчасика. Мы чай попили. Рушан здесь работает. Пойду с картошкой повожусь. Рушан, через полчаса можешь меня свистнуть? А то я боюсь это. Да. А то я боюсь забыть. Забуду, рыба сгорит нафиг. Как помнишь, как та картошка? Скоро обед будет, Руш. Я пока на огород. Мы скоро обедать будем. Хорошо, что дом не спалили. Вот такие вот дела. Что, сетку уже натягивать будешь сейчас? Да, столб. Надо. А, она запутанная вся. Столбик, столбик. И вот здесь к этому столбу будет привязываться. Сюда, да? Сюда. А здесь отдельно, да, будешь делать или нет? Или пока сплошная сетка, да? Ну да, когда там это все сделается. Тем более там у нас деревья стоят. И это. Чтоб там кто-то прошел или все принести, это деревья мешают. Ну, пока, да. Пока наши деревья не вырастут прям, чтоб урожай такой был хороший. Это, конечно, мы ничего убирать не будем. У нас здесь 4 дерева, 3 яблока и груша. Солнышко вышло, радует. Вот эти вообще синие. Вот про них дядь Коля тоже говорил. Говорит, синючие, говорит, у всех стоят помидоры. Вот эти тоже что-то совсем не отходят. Вообще не отходят помидоры. Ну, постоят, пусть постоят, посмотрим. Сейчас я вам кое-что покажу. Мы сегодня с Рушаном в тёлке работает.
смотрели и считали. Даже Рушан даже посчитал, кому что. Здесь у нас персик, конечно, болеет. Он у нас болеет, мы его уже опрыскивали. Гляньте, здесь персик есть. Вот он, персик. Видно? Персик. Вот он, персик. Видно? Нет, да? По кустам. Потом, где мы были? А, вот здесь. Вот нектарин, смотрите, вот нектарин не болеет. А вот эти персики, они болеют. Вот нектарин не болеет хорошо прям. Так, дальше. Пойдемте к вишне. Здесь у нас вишня. Ну, гляньте. Смотрите. Вишня будет. Где-то здесь... Ну, вот прям, знаете, не то, что прям много. Ну, видели. Ну-ка, здесь. На этом дереве. Гляньте. Ветер просто. Вишня, вишня. Или черешня, я не знаю, точно посмотрим. Мы просто с Рушаном не помним. Много же чего сажали, здесь очень много деревьев у нас. И не вспомнишь. Знаем, что здесь вот так идет вишня, 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 а оттуда идет яблоко, груша, слива, персик, там нектарин. Ну и все такое. Так что у нас хоть немножко, но ягодок будет, уже начало есть. Хорошо, отлично. Все деревья хорошие. Здесь нет ничего, здесь у нас что? Тоже, наверное, вишня. Ну да, должна быть вишня. У нас вишни много. У нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 деревьев разной вишни. Если я не ошибаюсь, да. Так что вот такие дела. Что я здесь? Картошка начала возиться. Вон, видите картошку? Она даже ростки не пустила. Вот сейчас вам покажу. Наша картошка, которую мы сажали. Я здесь вот пропалываю. Видно, да? Вот она здесь. Вот, вот, вот. Не видно, да? Вон до туда пропалывала. Ну, вот я тяпку бросила. Ну и, конечно же, сорняк собираю, который в клубнях вот так вот открываешь. А там вот сорняк, вон амброзия тоже, все такое. Ладно, за работу, вперед, вон еще сколько работы. Главное не забыть про рыбу. Ну, вы это точно узнаете, забыла я или нет. И по второму кругу надо будет чеснок обрабатывать. Эти амброзия. Вон она, амброзия, амброзия. И пошло дальше все в амброзии опять. Вроде бы так чистенько все, но опять амброзия лезет. Руками здесь вручную обрабатывали. Середку-то тяпкой прошли, а в это амброзию убирали уже вручную. Ну ничего. Так, про рыбу я не забыла. 5 минут осталось. Что-то пораньше пришла. Ну, мало ли. Что она у нас там? Ох, какая, а. Сок дала. Так. Отлично. Так, сейчас я буду фольгу убирать. Так, фольгу убрала. Вот она, красавица наша. И туда ее еще поставлю. Пусть еще минут 10 поготовится. Все, теперь точно рыбка готова. Золотистая стала. Все. Выключаем. Все, рыбу выключила. Теперь можно спокойно работать. Сейчас Рушану помогу и пойду дальше на огород. Вон уже. Ну, у нас здесь так, если уклон какой-то, да, есть. И здесь тоже, видите, сетка. Все, эта сторона уже закрыта почти. Теперь останется ту сторону закрыть. Что-то не забивается, что ли? О, пошло. Столбик вон тот посередине, хиленький, конечно. Стоит, да? Вот эти хорошие столбы. Но Рушан говорит, столбов нет. У него других. А эти столбы вообще где берутся? Вот такие хорошие.
такое. Я сейчас даже, если честно, не знаю, где это раньше, когда леса строили, а сейчас все распиленное. Mm. Ну, точнее, когда мы строили на крыше, вот использовали кругляк. А сейчас мы его не знаем. В Сибири где-нибудь засыпали. Так, я здесь калитку сделал такую. Что ты не открываешься, а? Так, низ подстучать надо, слишком близко сделал. Короче, это был, чтобы дрова вынести отсюда, ну, доски отсюда вынести. Сейчас вот сюда сетку надо поставить. Здесь приготовил ее уже, но один я не смогу, нужна будет помощь. Гляньте, какое небо. Страшно. Вон там солнечно, а вот как раз таки над нами он проходит. О, дождевые такие чернющие тучи. А оттуда вообще красота. Сейчас идет, солнце светит. Сейчас помощи буду просить. Знаешь что? Мне твоя помощь нужна. Бросай тяпку, пойдем. Ты уже прям по-кубански заговорила. А? Ну, по-кубански подгортаю. А так говорят, а кучу. Ну, во-первых, на земле я живу на Кубани, а до этого я жила в квартире. Угу. Кто говорит подгребсти? Кому как удобно. У нас, по крайней мере, мы на границе говорили окучивать картошку. Сначала прополоть, потом окучить. Ну, здесь говорят подгортаю. Че, пойдем, поможешь? Ага. Держать, да, ее просто? Ага. Калитку поставил, чтобы за досками мог залезть. Натягивать? Уже виноград, смотрите, какой. Надо будет его полить. Там Рушан поставил. Вон же. Там порядочек наведем здесь и будет хорошо. Перчик бы мне еще пересадить. Ну, солнце. К вечеру, наверное, там пересажу. Перец сладкий. Сладкому. А то я вон где могла, там распихала. Че, все? Я тогда пойду это цыпом вот здесь у меня. Набрала я травы. Пойду к цыпкам. Отдам им. Вот, гляньте. Видите? И по низу доска, и по верху. И здесь, и там еще обрежется. Ого, какое небо. Грозное, да? Все, лебедей не было, потому что ветрено, весь день ветрено. И обрежется там доска. И вот так вот, хорошо, надежно. Мне нравится. Вот сарай убрался, ну, навес вот этот здесь, так места больше стало, да? Ну, смотри, да. Как хорошо стало. Угу. Тоже уберемся, порядок наведем. А что колеса эти? Дядь Коле не нужны уже? Ты спрашивал? Да. Ну вот, приехали. То нужны, то не нужны. А теперь нам куда их? Может, на деревья оденем? Да можно одеть. Надо на монтажку заехать, склад их забрать. Чё ты сказал? Я говорю, сколько оденем,
Много не хватит, потому что на монтажку заедет, там бесплатно можно делать. Ну красиво ли оно будет, это, эти колеса там, с одной стороны? В плане разноцветный или по ширине? По размерам. По размерам? Ну ничего. Как вы думаете, одевать нет колеса на деревья? Мне как бы будет в этом плане проще. Тебе проще? Да, триммером я не буду бояться задеть, по крайней мере. А, ты боишься деревья задеть, да? Ты же там посеял эту траву свою. Ну, надо попробовать тогда. Тем более тебе проще. Угу. Попробуем. Оденем. Их потом покрасить можно разными цветами. Будет красиво. Нарядно. Потом нам надо будет как-то это... Сад тоже огородить от зайцев к зиме, потому что зимы разные бывают, да? Ну, да. Эта зима вообще была снежная. Хотя вот снежная была, зайцев не было, а вот прошлый год не так снежно было. Ну зайцы хорошо, хоть это 2-3 раза выпадал снег, но зайцы хорошо погрызли, да, нам деревья, да. В позапрошлом году. Воришка, Рюш, пока ты спишь, у тебя здесь рыжая воришка, тебя подъедает, слышишь? Пузо пятнистое. Хорошо, спит, лежит. До этого в той комнате спала, вдали. Сейчас выбралась сюда поближе. Лежит, спит. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпи, моя зайка. Цыпа-цыпа-цыпа. Так, что у нас здесь? Вода есть, корм. Корм надо добавить, да, мама? Давайте, сейчас принесу. Что, вам жарко уже, что ли? А? Сейчас испугаю. Оба. Жарко? Так, гнезда у нас пока пустые. Так. Эй, воришки! Дайте, пожалуйста, на здоровье, давайте, оба, так, все, а еще вон у них кормушка, все, вода есть, Рушан, у этих, у кур закончилась вода с гусятами. А можно там какую-то поилку поставить такую, чтобы я смогла ее тоже там доливать? Потому что эту огромную поилку я ее унести не могу. Вот эту? Я ее переворачиваю. Вот эта вот поилка. Если туда наберешь, потом ставишь крышку, переворачиваешь. И очень трудно унести. Сейчас она эту железную поставит. В ней, наверное, гусята будут купаться. А это что там, плитка что ли? Ого, чего только нет, а? До сих пор, да, уже? Третий год пошел. Все откапываем. Все откапываем до сих пор. Что это у вас? Червяк, ого! Червяк какой! Вот у этого, вот он бегает. Сейчас за ним он, под гусятами. Все, беги! Все, сейчас свет, все. Все, все побежали. Смотри, какие, а, забирают, прям нападают. Да быстрее бы уже съел где-нибудь. Все, упустил. Вон еще какие черви. Они там носятся, блин, за одним. Вот, нате, нате, цыпа, 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 цып. Хватай. Вон какие черви.
Цепа. На. Хватай. Кто успеет тут? Того и лакомство. Вот они. Да, они сейчас будут ковыряться. Искать. На. Цепа. На. Хватай. Убегай. Все, сейчас налью. Спасибо. Хоть буду теперь спокойно наливать воду. И вот что удобно здесь вот так. Через сетку заходить никуда не надо. Налил воды. Помногу не буду наливать, чтоб цыплята не утонули. И все. Все, гребите, Рушан вам там грязи навел. Гребите теперь. Так, я прополола свеклу до конца. Вот здесь закончила 19 рядков. Сейчас ветер, наверное. Вообще, по идее, вот эту надо пропалывать. Я вот здесь вот начала немножко. Видите, вот с этой стороны. Вот с этой стороны пошла. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь прополола. И осталось вот немножко. У меня уже это, я ног не чувствую, они у меня какие-то резиновые стали. Лебеди приплыли, сейчас пойду поближе покажу, попробую. Здесь у нас картошка сходит. Вот она, картошка. И пошла. И здесь также видно, да, вот она, полоть пока не надо. Рановато еще. Ну, уже все, хорошая картошка, смотрите, а. Ну, дай бог, картошка будет у нас. А то, что я сейчас обрабатываю, там на нее смотришь и плакать хочется. Ой. Так что вот такие дела. Ну, а здесь нормально. Немножко подрастет она, а потом можно будет и прополоть. А сейчас еще дожди пойдут. Это вообще отлично просто для картошки. Вот она, красавица. Даже бы жук не сожрал. Ну, обрабатывать будем. Что поделаешь, посмотрим. Какая амбрузия, а? Посмотрите, уже огромная. Сейчас вожу здесь с картошкой. Смотрите,
что опять нашла. Вот, пожалуйста. Поэтому и картошки может у нас нету. Съедает кто-то. Может, эти мыши, помните, как-то Рушан приносил мышей, показывали мы. Он копнул в конце огорода. И там вот эти вот мыши были. Они, может быть, какие-то полевые. Но кто-то жрет, он хорошо съедает картошку. Жрет кто-то. Так, вот это что такое? Оба! Какой корешочек. Ого! А, обломился гад. Остался там. Березка, все в березке. Здесь тоже. О, блин. А когда мы картошку сажали, мы вот эту вот отраву тоже кидали? Это только от медведки. Медведка, короче, ее не жрет, да? А кто же ее жрет? Там полно картошки валяется поеденной. По пол картошки нету. Может, эти крысята, помнишь, которых ты находил? Ты где-то, помнишь, выкопал крыс? Ну. Может, они жрут, нет? Ну, возможно, они могут, да. Или мыши какие-то полевые. Или кто, я не знаю. А мышей-то полно у нас, помнишь, в огороде-то? Мыши, возможно, да. А потом можно покрасить будет, да? Краску, баллончик взять. Какую-нибудь яркую, как соседи покрасили. Ярко такой морковный цвет. Калитку себе. Между это, между, ну, в хоздворе. Ну да, можно будет. Будет пятнышко такое яркое. Да? Здесь уже Рушан сделал. Вот. Сделал. Что-то жарко. Здесь жарко у тебя. Туда иду. Там ветер прохладный. Лебеди я видел? Знаю, не могла лебедят посчитать я. Не смогла. Хотела посчитать, сколько их. Было 9, потом 8. Сейчас интересно, сколько. Хватает? Блин. Там комментарии писали по поводу прицепа, что ну, советовали его переделать немножко. Повыше. У меня есть в этом в плане сделать. Просто сейчас немножко вот это здесь разгребу. Как говорится, чтобы поспокойнее было. Вот из этого материала, в принципе, я хотел бы сделать повыше. Не то, что как бы борта таких-то были высокие, а как бы именно как скотовозка была, чтобы можно было перевозить и плюс сено больше кидать. Вот, немножко сейчас освобожусь и сделаю большой прицеп. Какая тут чистота теперь. Ни старинки, ни травинки. Вот здесь еще осталось. Ты как кидаешь, на эту сторону рожь. А? На эту сторону кидаешь, сейчас буду туда рожь проходить. Ага. Блин, земля трескается. Я здесь себе руки попомню. Колючка. Это... Осот, что ли, называется. О. Так, я думаю, через дня 4-5 будем клубнику кушать. Сейчас я хочу тут дорожку пройти. И вот здесь дорожку пройти, чтобы было видно. Отдельно грядки. Вон, смотри, сколько сорняка набрала. Это только вот с этой дорожки. А буквально недавно пропалывали, да? Ну да. Капец. Да вот. Недавно. Да, недавно. Недавно была вообще чистая капуста. Дождь прошел и все, и полезло. Так бы это, блин, тыква бы росла. Я да? Да, я видела подъезд. Ну, хорошо. Потом надо будет эти усы отрывать, рассаживать.
говорю, скоро надо будет рассаживать. Кого? Клубнику. Усы пускает. Куда бы ее рассаживать? Вот дальше место есть, вот сюда. А, вот сюда продолжаем, да? Ну да, усы пойдут сейчас. Я... Все и так есть. Покупать, да. Сейчас попробуем тогда на вкус еще. Выберем сорта, которые такие именно сладкие. Не то, что эти там большие, красивые. Ну, молодец, молодец. Все, здесь вычистила. Ой, перчатку потеряла. И вот так вот. Клубничка, малинка. Там вот я прочистила тропинку. И здесь уже более-менее видно каждую грядочку. И вот такая красота. Все, пока на сегодня все. Я сейчас пойду готовить ужин. Сейчас не знаю, что-нибудь придумаю. Рис, салат бы какой-нибудь приготовить. Редиска есть, чего больше ничего нету. Огурец недавно съели. Здесь морковка слабо вышла, последняя. Может, замерзла? Не знаю я. А может быть, еще выйдет? Пока ничего. Я здесь пока сорняк не убираю, потому что, ну, здесь она, видите, слабенько вышла. Я сейчас сорняк вместе с морковкой уберу. А здесь прореживать надо будет. Ну, здесь сорняк я буду уже убирать. Буду прореживать и сразу же сорняк убирать. Но это уже после дождей. Здесь тропинку тоже почистила. И здесь почистила. И там, где картошку полола, тоже прочистила тропинку. Так что вот такие дела. Вот такие две кучки у меня. Вот первая. Вот она вторая. Нужно будет потом убрать. Все, чистота и порядок. Хотелось бы еще, конечно, убрать капусту в порядок привести. Но уже, наверное, не сегодня. Потом после дождя сорняка больше выйдет, вылезет. И там я уже уберу. Так, это этим малышам. Как там? Цыплята, блин. Калитка. А таких две будет, да? Или одна? Две будет или одна? А? Одна? С края будешь выезжать, что ли? Блин, а по помидорам, по моим, проедешь. Куда они уйдут? Все ли это будут стоять? Они не по ней уйдут. Они уйдут только, если ты по ней проедешь. Потом можно будет ее покрасить, да? Ага. И она будет посимпатичней. Зеленый цвет, чтобы все зеленое было. Ну вот. А здесь уже сетка, да, будет? Да, здесь сетка будет. Ну нормально. Поет. Ладно, что, пошла я готовить ужин. Давай. Салат какой приготовить? У меня есть редиска и редиска. Ну вот давай тогда редиски немного и добавь туда еще редиски. Ладно. Или просто редиску помыть это. Или... Ну, можно сделать 50 на 50. Как? Половина помыта, половина вымыта. Может, редиску и лучок зелененький. Мытый? С маслицем или с майонезом. Мытый. Мытый! Да, давай. Или это будет слабенько, невкусно? Нормально. Нормально? Ты же любишь майонез. Да. С майонезом, да, сделаю. Майонез, да, без маски. Ладно, пойду сделаю сейчас. Рис поставлю, а потом пойду за редиской. Что, сегодня на огород у меня на сегодня все? Мне дядь Коля медаль на сегодня дал. Где? Он говорит, ну там где-то спрятано. Он говорит, это весь день в огороде, весь день. Mm-hmm. Я говорю, ну а как по-другому? А вроде бы, да, копошилась весь день, а ничего не сделано. Ну хоть свеклу добила, слава богу, само для меня. Сюда. Было, что это свекла. О, вот утка дикая полетела. А потом в итоге бах, вышел эту сетку сделал. Да не, мы же еще и маме ездим, помогаем. Мы же на этом канале это не показываем. Это все на том канале.
Да, и живность у нас. Да, тут... Периодически просит кушать. Но это же не значит, что мы взялись, вот Рушан взялся за забор и делает. Там крикнули, там пикнули, побежал, воды принес, побежал, сено дал. Побежал, корма насыпал, досыпал. Конечно, бегаешь туда-сюда постоянно. Поэтому так вот и пролетает вроде бы. И ничего не сделал. Ау! Аккуратно. Столбов нет, еще бы столб сюда. Да, какой-нибудь симпатичный бы. Круглый. Где бы его взять? А этот, да, этот страшный. Че, вообще нет столбов никаких? Нет, столбов нет. Может, походи, посмотри, откуда-нибудь выдрать можно. Там все выдрал? Все, что можно было? Вот надо было вон тот столб, вот сюда, на видное место, а вот этот страшный туда. Да нет, это же вот так там обрежется. Нет, он вообще страшный, по идее, полностью весь. Он и кривой, и страшный. И калитка, видишь, криво какая-то, кривая. Да, с лесом беда, конечно. Что там, Борька? Пойду воды ему дам попить. Да цыплят покормлю здесь. Он немножко набрала. Да что-нибудь думай. А что думать? Что это единственный вариант? Не волшебник же. Найти того, чего нет. А ты чего такой смешной? Поставила рис, посолила и добавила масло. Так, сейчас покажу. Рис я готовлю вот такой. Это с Пятерочки. Козлика выпустила погулять. Бегает. Пойдем это. Редиску попробуем собрать. Ой, ноги как пружинки у меня. Я иду, они вперед меня идут и пляшут. Под как-то это... Прям как пружина. Так... Че, будем редиску выбирать, да? Где твоя подружка? Спит где-то, я где-то слышала, она там мякала. Посмотрим, что у нас за редиска. Хи-хи, ты видал, какая редиска? А? Это редиска, пилотик. Видишь, какая у нас редисочка? А, пришла твоя подружаечка. Ой, маленькая. Привет, девочка, привет. Ой, ой, ну целуй, целуй ее, целуй давай. Ой, ну поцелуй, поцелуй ее. Так. Вот она у нас побу... О, смотрите, такая, ничего. Вот, тоже. Ничего такая... Ой, колючая, зараза. Малюська. Тут можно повыбирать, в принципе. Вот, еще ничего. О, гляньте. Их? Ой, подмывалки, Нэнси. Так, пилотик. Ушел. Нельзя. Вот она. Цвета, смотрите, разные, да? Это ярко-розовая, это какая-то темненькая. Что у нас здесь еще? Ой, перчик надо будет пересадить. Перчик тебя. Пилотик, это что такое еще? Ну-ка, нельзя. Вот хулиган, а? Хулиган. Ой, они все хулиганы по-своему. Да, Пилька? Скажи, мы все хулиганы. О, одна и рядышком вторая. Вот они две. Пойдет. Пойдет, пилотик? Нравится? Тоже, видите, дождь прошел и кашпо грязное. Ничего поделаешь. Так. Вот хорошая. Ты моя девчоночка. Скажи всем привет. И за луком надо будет сходить туда, на большой огород. Так. О, гляньте. Вон какая. Ну, нормальная. Будучи такая у нас весна,
и редиска нормальная в открытом грунте. Вон, видите, разного цвета. Пойдет редиска. Все съестся. Вот, посмотрите. Хи! Что, хватит нам на один раз покушать? Как вы думаете? Ой. Кто-то там написал, Нэнси, что тебя взяли бы и потискали. Потискаешь тебя, ага. Тебя можно потискать? Она сразу когти выпускает. Да? Чего, у тебя что-то не получается? Че, пилотик, скоро двери здесь будут, да, стоять? А хотя ему пофигу, он вот здесь вот снизу пролезет. А? Куда ты пишешь, саморез? Саморез? Нет. Где он? А, вот он. Держи. Лука набрала. Слушай, это... Сейчас как раз первые же огурцы пойдут, а потом помидоры. Правильно? И салата захочется, допустим, ты же одни огурцы не будешь делать, как сейчас я одну редиску делаю, да? Опять упал? Поднял? Да, да. Может быть, мне в теплице, именно в теплице нашел? Да, да. Именно в теплице посеять, именно где я грядку не замульчировала, или помидорки. Редиску посеять, чтобы потом огурчики с редиской делать салат. Да, можно. Как ты думаешь? Я думаю, нужно даже. Нужно? Подержать, может, что-нибудь? А потом можно будет делать огурцы и редиска. А потом уже пойдут помидоры, там уже будут редиски. Хотя можно будет немного для окрошки, да? На редиску что, можно сажать и сажать. Ну да, в теплице именно. В открытом грунте не хочу. Наверное, на днях посею в теплице редиску. Пусть сидит. Вот в этой вот грядке. Вот здесь вот так вот по краешку посеять. Да и все. И пусть сидит здесь редиска по краешку. А так, вон, в принципе, неплохая. Хотелось бы, конечно, чтобы покрупнее она была. Но у нас весна такая. В этом году. Да, пилотик, пойдешь домой? Домой пойдем? А? Засранчик. Ничего там нету, ничего нету. Пойду там у меня. Рис готовится. Руж, 10 минут и домой кушать. Какие цвета разные. Вот такой цвет интересный. Камера даже не передает. Так. Нож не совсем острый. Что-то нож немножко тупой.
Надо Рушану попросить, чтобы ножи поточила. Добавлю еще горошек. 6 соток. И нормально будет. Какой красивый яркий салат получился. Соль, Рушка. Какой красивый. Это не дорезала я редиску, держи. Бывает. Ой, Руш, еще одну не дорезала. Я ее посолила только. Ну, вот ты у меня любишь все соленое, все сладкое. А я люблю котлеты. Именно куриные котлеты, вот эти, как я готовлю. Мало, больше. Руш, я люблю, когда побольше соли. Подожди, я сейчас посмотрю. А если они уже не досоленые, мне они уже не нравятся, я их уже есть не могу. Суп достать? А все остальное в меру. Что? Суп достать. Ты будешь еще супчик кушать? Ну, доставай. Да. Давай. Суп накладывай. Конечно. Ты достань давай, я тебе это. Тарелочку. И подогреть надо вот тогда в микроволновке. Потому что я не хочу суп. Вот. Куда вся зелень пропала теперь? Салат теперь некрасивый стал. Супчик вчерашний, гороховый. Обожаю. Ой. О, вот это я люблю, давай. Блин, вот это я не люблю. А я люблю. А он просто вот такой, этот. В холодильнике стоял, стрёмно, прям. Холодец, а потому что, да, а еще знаешь почему? Потому что целая курица, бульон, реально холодец. Держи, посмотрим, что получится. А что, булочки будут сегодня? Булочки? Такие, да. Такие же приготовить? Да. Хорошо, тогда я сейчас тесто заведу, пока еще светло. Я пойду на огород поработаю. Тесто пока поднимется, а потом прибегу и булочки сделаю. Вот от вчерашних булочек осталось 2 булочки. Mm-hmm. Да не нормально, супец. Сейчас еще майонез добавлю. Еще и майонез? Конечно. Ну ты даешь. Ну все, мы будем ужинать. Всем приятного аппетита. Куры еще гуляют. Значит, еще не поздно. Потом я поставлю тесто на булочки, а потом я поставлю тесто в плане. Потом поставлю хлеб, я уже выпекать. Все, вот такой вот салатик у нас. Рыбка. Рушана на первый суп, на второй рис будет. Все, всем приятного аппетита, кто ест. Все, тесто я поставила на булочки. Мне понравился сезамчик. Очень вкусный, мне очень понравился. Вышла. Хочу, знаете что? Перец пересадить быстренько. Как раз к вечеру прохладненько уже. В принципе, сегодня днем было хорошо. Это я говорю, в большом огороде, ближе к реке, ветрено прям так. И это... О, кувыркалки. Марта, кстати, уже зашла. Домой Рушан завел Марту. Все, я сейчас хочу перец с редиски. И вон там. Вот сюда, короче, я в эту грядку высажу. Давайте посмотрим сперва, что там Рушан делает. Покажу вам, что он сделал. А потом уже буду рассаживать. Эй! Ну что у тебя здесь получается? Получается. Комары уже кусают, Руш. Я говорю, ты сейчас собралась на огород, и думаю... Не, я на огород на большой не пойду. Я сейчас здесь перец пересажу быстренько, да и все. Да потом пойду, мне надо посуду помыть. Я все бросила же. Поели. Что скажешь, свое мнение о сезоне? Понравился? Да. Мне тоже очень понравилось, как приготовлена рыба была. Я скажу, мне даже больше нравится, чем толстолоб. Да ты че? Да. Вот как, оказывается. Угу. Вкусный, очень понравилась рыба. Так что вот так, пошла я на огород. Здесь калиточка. Реально. На одном дыхании. Кто? Съел. Ты? Ну, поел рыбу. Ну здорово. Лебеди уплыли, да? Смотрю.
Нету. Да не, передохнули. Все, это, Рушан, я поставила тесто на булочки. На хлеб, я думаю, не буду сегодня хлеб заводить на ночь. Потому что хлебопечка ночью включенная, и я переживаю, потом просыпаюсь. Ну там на утро есть еще хлеб? А зачем нам на утро хлеб? У нас булочки будут. Это раз. А два завтра утром я ей поставлю. Да, на обед есть хлеб. А завтра я уже поставлю хлеб, свежий будет. Все, сейчас мы будем это гонять. И ждать, пока он приготовится. А не ждать, потом переживаешь все равно. Самое ужасное, знаешь, что? У тебя? Да. Что? Сетку распутывать. Блин, вот сюда сетку, да, будешь делать? Ага. Не хочу. Не хочешь шифер? А зачем шифер? Если сетку поставить? Ну да, лучше огород будет видно. Угу. Вдруг кто пришел, там постучался, ты видишь через этот огород. Но с утра, помнишь, когда там мужик шел по нашему огороду? Угу. Мы хоть увидели, но не поняли, кто здесь идет по нашей шипся тропинке. Классно. Не, он не ошибся. А, ошибся, говорит? Он ошибся, он ведь в обе шел. А-а-а. Ну а ладно. Непонятно, где. Угу. Все, ладно, я побежала, у тебя здесь кусаются комары. Жду, когда вода впитается, и буду дальше высаживать. Ну, получилось здесь 5 кустиков. Здесь не хватало 5. Вот по одному. Если здесь высажено по 2, хорошо перец высаживать по 2. У нас ветра такие, и помидоры по 2 высаживают. И они как держат друг друга. И здесь, получается, я на этой грядке, вон, видите, опять у меня все в сорняке. А в этой, получается, я грядке. Что-то листик какой-то мне не нравится. Ну-ка, мы же уберем его. И вот этот давайте нижний тоже уберем. Здесь, видите, здесь уже вон цветочки. Цветет. Капустки, главное. Из одной партии одинаковые. Смотрите, здесь какая. И здесь какая? Вообще никакая. Что-то какая-то не очень. Этот перчик оставила здесь. Так я не поняла, ты почему так бегаешь? Я думаю, он не будет мешать капусте, и капуста ему не будет мешать. Потому что она какая-то мелкая здесь. Ну, посмотрим. Пусть сидит. Я думаю, не помешает. Так что все, сейчас буду высаживать. Я уже в теплице полила. Высадила перчик, огурцы я подрыхлила, весь перец подрыхлила, поливать я буду утром. Сейчас я хочу вот здесь вот пошибать опять этот сорняк, буду убирать. Ой, сколько сорняка, буду шибать сейчас его, будем убирать. Сейчас покажу, как куры спят. Я в шоке. Они вон, они, видите, постоянно забиваются в один угол. Все. И вот так вот спят. Жердочки мне нужны. Почему, не знаю. Даже пилотик в шоке. Гусятки еще не зашли. Пилотик, отходи. И все ходят. Вон они. Ходят, гуляют. О, поднялось тесто.